Заставить власть уважать граждан нашей страны и принимать решения, которые от них ждут, могут заставить лишь многочисленные протесты. Такое заявление сделала председатель партии «Действие и солидарность» Майя Санду, принимая участие в программе «Независимое мнение». 5000, наверное, не получится с 5000, но если будет 50 000, то уже это что-то. И если вернуться к президентским выборам и к голосам тех людей, которые, например, проголосовали за меня, и я считаю, что это был голос не за меня, а за демократию, то если была хотя бы часть этих людей, если бы они вышли, я уверена, что правительство, парламент не вели себя в таком образе, они стали уважать граждан этой страны. Отвечая на вопрос ведущей, имеет ли смысл протестовать перед пустым зданием парламента, учитывая, что закон о переходе на смешанную систему голосования уже принят и промульгирован, Санду ответила, что протест всегда имеет смысл и для граждан Молдовы, и для оппозиции, и для партнеров по развитию. Да, мы будем протестовать перед пустым зданием, но если нас будет много, то это наш месседж дойдет до них, и особенно наш месседж дойдет до наших партнеров, которые хотят знать, кому-то еще интересна демократия в Республике Молдова, или только они борются там в Брюсселе за то, чтобы Республика Молдова не стала авторитарной страной с авторитарным режимом. Программу «Независимое мнение» с участием председателя партии «Действие и солидарность» смотрите на телеканале ITV.